18 следователей 2-го отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в Оренбургской области достигли об избрании меры пресечения или заключения под стражу в отношении Бориса Геннадия Анатольевича. Удовлетворить избрать обвиняемого Бориса Геннадия Анатольевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 8 октября 2017 года, содержание в следственном изоляторе города Оренбурга. Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда через Ленинский районный суд города Оренбурга в течение 3 суток со дня вынесения. Понятно вам постановление? Постановление вам сейчас вручить.